Новое политобразование в парламенте. Пятеро депутатов, ранее покинувших ряды ПроМолдова, Сергей Сырбу, Элеонора Граур, Роксанда Главан, Григорий Репищук и Корнели Подневич, объявили о формировании платформы «Пентру Молдова». Об этом в Фейсбуке написал Сергей Сырбу. По его словам, депутаты организовали себе неофициальный отпуск за счет государства. Сырбу отмечает, что парламент самоустранился от решения насущных вопросов, в то время как Молдова сталкивается со второй волной эпидемии, беспрецедентной засухой, грядущими холодами и ростом сезонных заболеваний. Депутат также заметил, что внутри парламентских фракций идет сведение счетов. По его словам, конвенцию о создании платформы «Пентру Молдова» могут подписать всенародные избранники вне зависимости от политических взглядов.